Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Самара принимала чемпионат страны по настольному теннису. Крылья Советов перед последней игрой национального чемпионата закрепились в середине турнирной таблицы. Крылья Советов уверенно заканчивают футбольный сезон в премьер-лиге. На этот раз они сыграли в ничью с соседом по турнирной таблице Казанским Рубином. Первыми забили крылья. Во втором тайме мяч под перекладину отправил Джани Бруно. Удержать победу Советам не удалось. Рубин отыгрался буквально за одну минуту до окончания основного времени. Казанцы сравняли счет с пенальти 1-1. Самарский клуб занимает 9-е место в чемпионате страны. Лидер – московский ЦСКА. Самара принимала очередной тур чемпионата страны по настольному теннису. 12 команд со всей России, а также игроки из Китая, Белоруссии и Украины. Весь цвет настольного тенниса приехал в Самару. Это очень престижно выиграть такое соревнование. И все хотят побеждать, все борются, стараются принести победу своей команде. Эти соревнования проводятся по новым правилам. Игра до 11 очков, контрольная партия до 7. Это должно сделать игру более динамичной и интересной для зрителей. Если опыт окажется удачным, правила распространятся и на другие федерации. За медали сражались сильнейшие российские спортсменки, в том числе и те, кто борется за путевку на летние Олимпийские игры 2016 в Бразилии. Роль клубного чемпионата, она направлена на то, чтобы все игроки набирали необходимый игровой опыт, соревнуясь как между собой, так и играя с иностранными спортсменами. И эти соревнования являются также всероссийским турниром, который выявляет чемпиона России. Областную столицу на этих соревнованиях представляла команда «Ренова Самарочка». Самарский настольный теннис возвращает былую славу, уверенно в областной федерации. Даже те девушки, которые сегодня играют за команды других регионов, многие из них, они воспитывались здесь, в Самаре, нашими тренерами. То есть Самара сейчас является таким главным в стране поставщиком молодежи. После трех туров лидируют теннисистки из Архангельска. Самарский клуб в середине турнирной таблицы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.